Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Мы с вами вновь на реке. С вами, как всегда, канал «Это не диалоги о рыбалке». Погодка сегодня немного ветреная, но не холодно. 7-8 градусов. Посмотрим, пригодится ли сегодня крюк подаренный. Пригодится сегодня, пригодится завтра. Посмотрим, как раз на этом перемете сидит этот жирный ёрш. Глянем, что он там нам присулил. Вроде все ожили. Значит, все-таки пойду-ка не научу. Этот жирный ёж, и он живой. Оставлю его еще плавать. Дамы и господа, это весь улов на этом перемете. Наживляю, двигаюсь дальше. Ну что, топаем дальше по удам. Посмотрим, что здесь нам преподнесет удача. И преподнесет ли что-то вообще.
лежаком все. Был, кто-то обсосал его, порвал, но сошел. Такие дела, не клюет ни хрена. Нет, и тут, увы и ах, нету ни хрена. Ёршики плавают, а им не ходит. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Как всегда, с вами был большой, широкий и могучий Енисей. Мужик какой-то идет с саночками. Как всегда, мы пытались поймать лима. Сегодня безуспешно. Ничто не поделаешь. Всем желаю удачи. Останем чешуи на ваших водоемах. До новых встреч!